Всем привет, смотрю, ну, почему-то глючит. Сейчас я вам отмотаю. Сейчас это я тоже рекламу. Ну и вообще это блогер снимает. Я просто нашел ему возле блогера, потому что я не знаю, я опять найти. Извините, этот блогер. Что? Просто глючит ему. Это... Так, извините. Буду вот так мотать. Все будет... Все увидим. Сейчас просто... Что это как? Это как сад. Детский сад, серьезно. Ладно. Я хочу сказать детский сад. Типа, что, фейерверк на пляже? Я что-то не понимаю. Да, да. А как, если ж... Как? Это ж... Это что? Школьник, что ли? Это что, изучение школы таких... Как же там? Школа! Как же там? Школа? Как? Школа? Можно сказать, школа? Школа? Вдохновление. Я тоже захотел. Я хочу сказать, что я хочу мороженое. Хочу вам сказать. Пикник? Что? Пикник? Бургеры большие. Два бургера какую-то самую огроменную. Тоже отличная идея, справился? Так. Дальше это Кейгер. Дом может, кстати, сам взорвется и совсем другой. Я думал, что он взорвется. Либо дом и фейерверки зажжутся. Вы не знаете, что... самый серединовый. Он был таким большим. То есть мороженое понятно, пикник тоже понятно, там поесть. Кокосики, я когда-то пробовал кокосики. Кокосики, первый раз я пробовал. Следующий? Ну ладно. Молодцы. Блин, необычная школа монстров. Ну ладно, дальше. Все, следующая серия. Операция детей. Бодибека. Фу, бодибека. Фи. Фу, такой. Вы только что видели скелет. Фу. А почему квадратный скелет? Ладно. А, прививка какая-то. Может, какой-то прививка. Что? И как? А как она будет стоять? Стой. Как это стоит? Как он стоит? Как он застыл? И стоит! Стоит! Я думаю, что они... Бека, это что такое? Так. Фу, это противно, но это он сказал сначала. Как удалили? А что, я не понимаю, пересадку костей или что будет, я не понимаю. Не, а может, он просто...
Может, просто... Это что, желудок? Это укол только чуть-чуть сделать. Ну, зачем большой кусок отрезать? Нормально. Я не понимаю, зачем надо было с ног до головы полностью всего человека убирать? Полностью всего человека, чтобы в этот, в почку сделать укол. Как бы... Как это? Как бы это делают... Они как бы живот разрезают. И через живот делают, а получается разрезали... Мы долго ждем. Извините. Так, сейчас мы... Что? Я вообще-то буду только... Я люблю магазин. Давайте, запоминайте. Так, сейчас. Видно, что... Будем. Будем работать в Старбаксе. Окей. Игрушечный бонни. И что он захочет? Закажет. Вафлю. И еще кофе. Да? Правда? Кофе. И а это вафли. А да, это все. Нормально, что? Как она не выливается, если чуть-чуть она по канале? И как она так сильно крепится? А? Когда его написали. Что? Что закажет? Какой-то горячий шоколад, к примеру, и печенье. А зачем стеклянный? Например. Их что выбирает? Простите. Так. Так, сейчас они... Сейчас они будут выбирать печенька. Так, сидим, смотрим. Дальше, игрушечный Фредди. Я хочу... Только кофе. Такой красный. Блин, необычно работает такой. Я люблю красный. А, напишите в комментариях, что... Что вы любите? Какой цвет, пожалуйста? А то я не знаю. И игрушечная Чика. Я так понимаю, это последнее, да? Потому что там вроде героя больше не было. Так, он... Это что? И... Это что, краситель, что ли, добавили? А я что, красители добавлю? Голубой и розовый? Что? Это что, Алекс написано? Или нет? Всем пока, до скорой встречи, не забывайте на лайки и всем пока-пока.